понедельник в Самарской области малооблачно и без осадков. Днем 18-21 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. Северо-восточный ветер 2-4, порывы до 8 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 21, ночью плюс 15, северо-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 23, ночью плюс 16, ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 20, ночью плюс 16, северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 50%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.